По очереди пошел слух, да, что нам всем тут ничего, лекарств не хватит. На самом деле, я вас уверяю, что, во-первых, лекарств хватит всем, никакой проблемы с поставками, с недопоставками лекарств нету. Они, мы знаем, были в том году, они были в начале этого года. Сегодня я говорю, что лекарств проблемы нету, но при всем при этом, еще раз мы говорим, что лично возьму этот вопрос на контроль, и мы с Министерством здравоохранения проработаем, чтобы наш любимый Сергиево-Посадский район все-таки был в числе первых в реестре ежемесячных получателей вот этих лекарств для наших жителей.